Виставка фотографа Олександри Бурсук присвячена її відпочинку на екзотичному Занзібарі. Эта выставка не посвящена конкретно какой-то личности, она посвящена людям, которые проживают на Занзибаре, просто всем, даже не только детям, людям, которые живут, трудятся, радуются жизни, ну, в общем, вообще конкретно занзибарцам. Щирість та відкритість місцевих мешканців надихнули фотографа зробити мистецьку акцію благодійною. Роботи продаються і деньги від продажі підуть на благотворительність. Тобто я переведу другу своєму на Занзібарі, з яким ми зараз спілкуємося, і він допоможе конкретно от цим дітям, які на фотографіях. Відвідувачі виставки ніби заочно відвідали чудоострів та посміялися разом з автором фото з 14 історій, які сталися з нею під час відпочинку. То, що я, будучи водителем, наверное, с сентября, взяла первый раз в жизни за границей машину и водила ее с ребенком. И машина была очень странная, разваливалась, и у нее двери не закрывались, окна не открывались, кондиционера не было. В жаре это было, конечно, невыносимо. Вот эта вот панель, которая открывает окошки, она вообще была вырвана с корнями. Вот. Но ничего, я водила по дорогам и справилась. Ритм життя занзібарців відрізняється від нашого. Саме це і робить їх по-своєму особливими. У них образ жизни, да, поле-поле. Они живут медленно, они, все проблемы у них уходят на задний план, и там очень хорошо, вот сама атмосфера острова, она расслабляет. И когда ты вот в этот ритм входишь, тебе уже не хочется уезжать, и ты начинаешь общаться с этими людьми, ездить куда-то, находить новых знакомых. И они очень сильно стараются, вот местные, чтобы Занзибар был тебе как второй дом. Да, и очень-очень комфортно. То есть ты привыкаешь и входишь в этот ритм, уезжать уже не хочется. Для присутніх ця виставка стала вікном у інший світ, який дивує і захоплює. Очень много таких портретов выразительных, которые как будто относятся к совершенно другому миру, на самом деле так и есть. Вот. И эти люди, которых мы видим, они по-другому реагируют на фотографа, они по-другому смотрят на мир. Они не такие, как мы, поэтому они настолько интересные. А всю девчину вразило фото чоловіків, які займаються шиттям. Больше всего понравилось, мужчины там шьют на старой-старой швейной машинке, такой, как у моей бабушки была. Почему-то мне эта картина понравилась, она близка. Це не перша виставка фотографа, навіяна незвичайними подорожами. Тож наступні канікули, можливо, будуть не менш плідними.